социально-экономического развития России. И по ней ипотеку под 5% годовых будут давать на первое жилье для граждан до 40 лет. Объяснили эту необходимость тем, что молодые россияне обеспечены жильем на 30% ниже, чем в среднем по России. Также предлагают расширить программу семейной ипотеки на все семьи, где родился первый ребенок, а ставку тоже снизят до 5%. О деньгах. Стоимость биткоина на бирже сегодня достигла 64 тысяч долларов. Это впервые за все время. А рубль на торгах этим утром начал незначительно укрепляться. За американскую валюту давали уже 5 рублей 65 копеек, сейчас чуть больше. За евро 90,5. Накануне рубль резко укрепился после состоявшегося телефонного разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Он предложил провести саммит на территории третьей страны, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем. А США. В американской Миннесоте третью ночь подряд продолжаются протесты после смерти темнокожего Данте Райта. Его при попытке бегства после задержания застрелили полицейские. Сообщает телекомпания CNN, силовики вынуждены были применять для раздона протестующих светочумовые газы и светошумовые гранаты. Уже год в разных городах США продолжаются акции протеста. Люди выступают за уважение к темнокожему населению. Все началось в мае прошлого года после смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Александр Овечкин вплотную приблизился к достижению хоккеиста Грецки. Этой ночью Вашингтон обыграл Филадельфию в матче.